Городская поликлиника номер 2 хоть и оказывает услуги в системе обязательного медицинского страхования, в проведении ремонтов и приобретении медицинского оборудования надеется только на своего партнера – филиал группы «Элит». Вот и в этом году в рамках бюджетирования предусмотрены средства на ремонт второго этажа здания. В августе прошлого года мы заявились на косметический ремонт нашей поликлиники. Нас поддержало руководство филиала ООО группы «Элит». Выделили средства в размере 1 030 000. И вот мы до 8 сентября должны закончить косметический ремонт всего второго этажа. Когда есть такой партнер, как филиал группы «Элим», то перед посетителями не стыдно. В поликлинике комбината всегда чисто, аккуратно чувствуются следы недавних ремонтов. Здесь стараются поддерживать помещение в надлежащем виде. А это и настроение для пациентов, что играет немаловажную роль в лечении, и комфорт для работающих врачей и медперсонала. С 8 сентября у нас начинаются уже медицинские осмотры. Посещаемость поликлиники 600 человек в день. Нам приятно, когда говорят, что у вас хорошо, чисто, культурно, и приятно и работникам, которые здесь работают, и, естественно, пациентам, которые у нас здесь получают лечение. После ремонта на рабочих местах врачей появится компьютер. Они, кстати, тоже приобретены за счет средств филиала группы «Элим». Теперь медицинские карты и выписка рецептов заполняются в электронном виде. Появится новое оборудование и в физиотерапевтическом кабинете. 20 единиц техники приобретены в рамках реализации социальной программы, финансируемой через благотворительный фонд «Элимгарант». А пока в физиокабинете на 70 квадратных метрах идет косметический ремонт. И содержание поликлиники, ее оснащение, экипировка – это в основном все заслуга филиала ООО группы «Элим». Вот, мы в прошлом году по линии «Элимгарант» получили анализаторы гематологический и мочевой. И они хорошо очень даже работают, зарекомендовали себя. У нас здесь очередности на ЭКГ, на сдачу крови, на физиолечение никакой нет. Мы стараемся учитывать то, что потери рабочего времени на комбинате быть не должно по нашей вине. Физиотерапевтический кабинет посещает до 4000 пациентов в год, каждый из которых получает от 7 до 10 процедур. Поэтому сомнений в необходимости проведения ремонтов и приобретений не возникало. Как, в общем-то, и в других помещениях. В этом году здание, где располагается поликлиника комбината, отметит свое 50-летие. И благо, что здесь за полвека периодически проводились ремонты. Работа все здесь выполняется работниками ООО «Техсервиса». Нам это вдвойне приятно, потому что они делали здесь капитальный ремонт 11 лет назад. И это они все прекрасно знают, они хорошо здесь ориентированы. Они, может быть, даже знают, где что-то когда-то не доделали. Теперь это уже работа очень классная всего коллектива. Ну, по-моему, мы ходим, смотрим. Мы не придираемся, но все-таки смотрим, чтобы было это все красиво. Они так и стараются делать. 8 сентября городская поликлиника номер 2 должна начать работу в обновленных помещениях. Врачи разместятся в привычных кабинетах, правда, заметно похорошевших. С этого дня в поликлинике начинаются медицинские осмотры. График расписан аж до конца 2014 года. Поэтому к новому сезону готовятся и подрядчики, и сотрудники учреждения.